Что это такое? Это вентиль поливочный Shell Pala. Как эта вещь работает? В летний период, ну, стандартно, открываю водичку, она у нас льется. И закрыли. В зимний период или перед холодами мы делаем еще несколько оборотов. И вода, которая находится в этом стволе, сливается. Как видите, у нас уже 4 дня здесь стоят морозы. Минус 3, минус 4. И как видите, ничего не замерзло, потому что вентиль находится в теплой зоне. Если есть необходимость зимой, не знаю, тут каток залить, подключились, попользовались, закрыли. Вот что такое Shell Polar. То есть здесь это только ручка и шток. Сам вентиль находится в теплой зоне. Заморозить его невозможно. Вещь замечательная. Не знаю, достаточно популярная. Еще раз показываю. То есть летом, если нам надо, мы его открыли и закрыли, вот как только прекратилась литься вода. На зиму мы должны сделать еще несколько оборотов. И тогда в этом стволе ствол воды опорожняется и остается пустым. Вентиль стоит закрытый в теплой зоне. Так что можете спать спокойно. Никогда в жизни у вас ничего не замерзнет. Вот так вот работает вентиль Shell Polar.